Сегодня мы с вами будем разговаривать об акции, которую я очень давно в себе вынашивала, очень давно хотела объявить, но никак не понимала, ввиду геополитической ситуации в мире, как это сделать. Мне хотелось это сделать, но я не совсем понимала, как. И вы представляете, мы посоветовались с целым советом директоров нашего проекта Faberlic Online и решили делать, но сделать сносочку, да, вот как вы видите по Турции, тут у нас такая жирненькая, да, звездочка. Почему? Потому что мы решили сделать, несмотря ни на что, порадовать наших лучших из лучших, наших растущих лидеров, потому что я считаю, что это здорово, это круто, это классно. И поездки мы уже организовывали 3 раза, и это будет 4-й. И всегда все лидеры в полном восторге. Очень много лидеров летело впервые. А очень много лидеров и их детей, и их мужей впервые видели море. Поэтому я считаю, что делать такую акцию обязательно надо, несмотря ни на что. Но все-таки, дорогие мои, сейчас мы объявляем бесплатную поездку в Турцию. Скоро я вам расскажу все условия. Эта поездка будет только для VIP-ов и только для тех, кто растет. Вот. Но сразу хочу в самом-самом начале вебинара оговориться, что путешествие точно гарантировано для каждого участника, кто выполнит условия акции. Но ввиду геополитической ситуации в мире может меняться место назначения и даты проведения. В первую очередь мы, конечно же, за безопасность. Но все-таки мы решили это сделать. Я думаю, это прекрасно, ребята. Согласны? Ну, хотя бы так. Я думаю, что каждый взрослый человек, понимая сейчас, да, вот всю ситуацию в мире, я думаю, что пойдет нам навстречу. И пусть это будет сюрпризом, куда мы с вами полетим. Но, конечно, дай бог Турцию. Там здорово и классно. Итак, полетим мы с вами примерно в мае 2025 года. То есть у вас будет предостаточно времени, чтобы выполнить условия. Итак, смотрите, хочется начать с фотографий. И на этих фотографиях лидеры, которые в прошлый раз выполняли условия, у нас было 2 Турции и 1 Тунис. То есть мы людей возили в разные страны, хотели еще свозить в Египет, но что-то вот больше не стали объявлять, даже не помню по какой причине, то ли пандемия, то ли что. То есть у нас немножечко вот это дело сорвалось. По-моему, из-за пандемии мы не стали больше делать. Ну вот 3 года подряд мы своих лидеров всегда возили в разные страны. Посмотрите нижнее фото. Да. Да, как тут девчонки, как мы на берегу моря, да, вот сзади этой фотки берег моря, и там мы прям на берегу моря награждали лидеров, представляете, чеками. Это было просто божественно. Вот, ну что ж, условия какие, да, быть VIP-консультантом уже с этого периода. Обязательно период 5 у вас должно быть оплачено 100 баллов, потому что многие уже объявились. Я думаю, все, кто подписан на бренд Райхон и Джахангир, уже тоже видели, что они объявились. То есть немножечко с вами опаздываем из-за недавних событий, потому что этот вебинар должен выйти был намного раньше, к сожалению, пришлось переносить. Вот, значит, быть VIP-консультантом с периода 5-2024. Причем у нас в прошлые разы, вот сразу предупреждаю, предупредите, дорогие директора, свои команды и структуры, что некоторые выполняли условия на поездку, а 100 баллов с начала квалификации не делали и пролетели с этой поездкой. Лучше делать, чем не делать. Да, согласны со мной? А тем более, что статус VIP это супер-мега почетно и очень даже по подаркам круто, да, все знаете, кто такой VIP-консультант. Дальше, значит, закрыть звание нужно серебряный директор до 4-го каталога 2025 года. Ну что ж, разложим на пальцах, кто такой серебряный директор, потому что на вебинаре и новички. Это 2 директорские ветки и минимально 1500 личной группы в бок или полноценно 3000, чтобы не платить МГВ. Правила минимально гарантированной выплаты. Вот, значит, еще одно правило. Если вы падаете, то вы тоже слетаете с акции, поэтому держать VIP-статус всегда и держать открытый серебряный директор.
Так, мы посчитали, по-моему, да, все верно, в каталоге 15, как минимум, в 15-м каталоге, как минимум, да, нужно открыть серебро и ни разу с него не падать, и тогда вы полетите. Вот это очень здорово. И, конечно же, самое главное правило, звание должно быть полноценным, а не сделанным искусственно. В прошлый раз были лидеры очень интересные, когда они по 3000 баллов набивали лично, понимаете? И я не знаю, как они это выполняли. Для меня это секрет. Мне вот лично столько продукции не надо, а там надо было 9 каталогов подряд, да? Ну, представляете? Вот, значит, такая вот первая новость. Дальше, значит, смотрите, акция идет для всей глубины структуры Кононовых, кроме структур подтвержденных бриллиантов. Все вы знаете, что в компании Faberlic есть очень шикарный бонус развития. Так вот, этот бонус развития мы отдаем обратно в команду всегда. И, конечно же, так как мы его всегда отдаем, то бриллиантовые директора уже получают сами бонус развития. Тут я привела в пример структуру Райхона Абдурахмонова и Джахангира Авлихаджаевых, подтвержденных национальных директоров. Они уже сами для своей команды запустили эту акцию, потому что сами получают бонус развития. Это шикарно, что таких лидеров в структуре очень много. Например, Юлия Лилека, Олеся Шишкина, Назгуль Файзулина, команда Зеленковых и так далее, и так далее. Вот. Но отдыхать мы будем все вместе в одном отеле. То есть мы сконнектим все заявки из Таджикистана, из Беларуси и так далее, чтобы все вместе отдыхать в одном отеле. Я думаю, это будет супер-мега-шикарно. Согласны? В прошлый раз тоже поездка была организована из нескольких стран, да, были победители Таджикистан, Казахстан, победители были Беларусь, еще много стран таких было. И что мы сделали? Каждый в свое агентство, да, представитель каждой страны, кто-то один в свое агентство шел, договаривался, все вот это вот мы состыковывали, что нам надо именно с этого поэта, именно в этот отель, и вы знаете, наишикарнейше, да, то есть нас будет во всех сделках сопровождать человек, который не раз нас отправлял на различные курорты и люкс, и не люкс, который все три поездки организовывал, которой можно доверять, это Елена Зиновьева. И я очень счастлива, что она до сих пор с нами и до сих пор готова нам все эти поездки организовывать. Вот буквально 5 месяцев назад с помощью нее мы съездили в очень прекрасное место, в хороший отель в Эмиратах. В общем, шикарно, шикарно, хорошо. Ну и как вы думаете, кто на фото? Я хотела спросить, что это за фото? А это групповая фотосессия. По-моему, это Тунис, если я не ошибаюсь. Групповая фотосессия в Тунисе прямо на фоне моря. А сверху, кстати, вот эти ребята, это Кыргызстан. Тоже с удовольствием приехали, когда выполнили путешествие. Вот такая вот красота. Представляете? Итак, значит, для тех, кто выполнил условия серебряного директора ранее, нужно открыть новый директорский уровень. И об этом тоже нужно говорить. Вот, например, Вероничка Якушева, которая последняя у нас в чате написала, она подтвержденный золотой директор. И ей нужно подтвердить рубинового директора, то есть получить чек, получить премию, ранее которую не получали, да? То есть, например, если Вероника получала только за золото, то есть ей надо получить премию за рубина. Если Вероника уже получала за рубина, ей нужно получить премию за бриллианта. То есть таким вот образом. Если у вас статус, например, старшего директора или просто директора, то вы подтверждаете серебро, это все понятно. А если вы уже подтвержденное серебро, значит, вам нужно подтвердить золото, то есть прирастить одну веточку. У кого еще нету директорского статуса, нужно делать подтвержденное серебро. То есть не позже 15-го каталога открыть статус серебра, чтобы успеть подтвердиться.
Самое главное, чтобы вы этот момент понимали, потому что иногда бывает недопонимание, и лидеры думают, ой, мне это не сделать. Но смотря как не сделать. Вот смотрите, у нас сейчас открыт марафон на азы рекрутинга, и этот марафон продлится всего лишь 12 дней, 6 вебинаров, 6 практических заданий у вас будет, да, 6-6. И, конечно же, это вообще здорово, это классно. То есть, если вы не знаете, с чего начать, просто идите и делайте, чему вас обучают. Вы вообще в курсе, что проект «Фаберлик Онлайн», прежде чем объявлять путешествие в Турцию, уже за вас решил, как вы будете расти, работать, развиваться, если вы растерялись? То есть скатертью дорога, как говорится. Поняли, да, мой намек? Поэтому обязательно все свои структуры, все свои команды подключайте к этому марафону. Даже если они у вас вырастут, вы будете просто... Ну, как бы, как сказать, вы просто взмоете в статусе и подтвердите серебро. Если вы будете не один серебро делать, а вместе со своей командой, еще и с помощью безоплатных марафонов. Да, то есть денег мы не берем. Поэтому давайте, дерзайте, все хорошо. Вот, условия для всех получаются равные. Вот, то есть так, такая вот красота. Вот, например, команда Иришки Тихоновой, Рубиновые директора, да, то есть Рубиновая у них команда, то есть Иришке Тихоновой, например, нужно подтвердить Бриллиантового директора, да, то есть вот так вот здорово, я думаю, всем все понятно. Итак, часто задаваемые вопросы. Я решила тут не юлить и сделать все, как делает компания «Фаберлик». Но компания «Фаберлик» раньше организовывала поездки с уровня золота, мы же опустились на один уровень и решили сделать с уровня серебра, потому что это более реально сделать, да, за год более реально, я так считаю. Итак, значит, часто задаваемые вопросы. Как бы идем по следам «Фаберлик». Мне очень понравились их условия, это шикарно. Значит, деньгами за поездку не возвращаем. Не можете поехать, поездочка сгорает. Нельзя отправить другого человека вместо себя. Ну, и еще там очень много различных случаев. Например, девчонка сказала, я еду, мы ей оплатили. Она не приехала, у нее все сгорело. Потом она просила деньги. Я говорю, деньги в турагентстве. Турагентство деньги не возвращает, иди проси у них деньги. Вот, потому что деньги были там. Вот. То есть всякое бывает в жизни, поэтому тут нужно обязательно понимать. Собираетесь, поехали, уж едьте, пожалуйста. Вот. И, конечно, всякое бывает. Вот лично от меня, как от ярой путешественницы, все вы знаете, что мы за 5 лет обогнули 18 стран мира. В этом году год 19-е. Уже знаем, когда мы полетим туда. И, конечно же, я вам могу сказать, что самое главное, это на попить хотя бы месяц-два D3, омегу, иммуномодулятор Форте. Иммуномодулятор Форте пьется за 30 минут до еды. То есть полиненасыщенные жирные кислоты в виде омеги и D3, K2 пьется во время еды или после еды. Вот это нужно обязательно знать. Хотя бы это пропейте, посмотрите, вот, чтобы быть здоровым на момент поездок. Почему я так вот, да, не в тему сейчас говорю? Потому что когда компания «Фаберлик» в 2020 году организовывала поездку для всех лидеров со статуса, с подтвержденного статуса «директор», ой, такая ситуация получилась, что один из моих очень высоких лидеров высокого статуса не смог поехать только по той простой причине, что он заболел и простыл, и сильно очень кашлял, и не смог поехать. Ну, девочки, поэтому следите за собой, за своей семьей, пейте БАДы и будьте здоровы заранее, пожалуйста. Да, поднимайте свой иммунитет. Итак, тем более, что вот то, что я сказала, не обязательно у врача консультироваться. Дальше, если вы не выполнили условия, но вдруг такое получится, что что-то где-то не получилось. Если вы не выполняете условия, но хотите поехать с проектом, мы дадим даты брони, туров и отель. То есть мы вам даем туроператора той страны, из которой вы хотите выезжать. Да? То есть и когда начнется раннее бронирование, его еще нету, мы еще никому ничего не забронировали. В общем, да, когда начнется раннее бронирование туров, если вы выполнили условия, не выполнили, вернее, вот, то вы можете также за свой счет с нами поехать. В прошлые 3 раза, когда мы организовывали это все, ездило очень много человек.
Очень много. Победители тоже могут доплатить туроператору, чтобы их, то есть там уже к туроператору мы их отправляем, чтобы они заселили их в один номер и так далее. Например, там мама, папа, дочка, да, там, или мама, папа, сыночек. Вот там, или там, не знаю, победительница хочет своих родителей взять, там еще кого-то. Я помню, что вот в Тунис мы приехали с семьей 11 человек, да, то есть сестра, племянница, муж, я, старшая дочь, воспитатель у дочери, ой, кто еще, бабушка, дедушка, две племянницы и две их мамы. В общем, вот такая вот толпа у нас была, и мы всей толпой, такой огромной, представляете, выезжали из нашего Кирова, добирались до Москвы, в Москве уже садились на самолет и летели в Тунис. Это, конечно, великолепно. Вот, значит, если вы не выполнили условия, вы все равно можете поехать, пожалуйста, мы будем очень счастливы всем проектом с вами потусить. И если вы выполнили условия, но хотите поехать с семьей, то доплачивайте за других участников тура самостоятельно. То есть тут преград нет никаких. То есть если, например, компания «Фаберлик» запрещает и говорит «нет», у нас вот только мероприятие «Фаберлик», да, то есть то тут нет, мы все разрешаем в этом моменте, потому что понимаем, что, ну, все хотят море и солнце, и детки, и мужья, и жены, да, то есть кто как. Дальше, значит, без разницы по какой причине, мы вам даем контакты турагента, который будет бронировать на всю семью. Хоть бабушек, хоть дедушек, хоть братьев, хоть детей, кого угодно можно с собой брать. Итак, значит, для тех, кто будет зарегистрирован в компании, решили сделать тут такую пометочку. Ну, а вдруг лидер, например, придет в пятом каталоге, да, представляете? А сейчас уже другой каталог, да, вот лидер приходит в пятом каталоге, а квалификация с этого, да, каталога. Или, допустим, в десятом каталоге лидер пришел. Но если он до 15-го, да, с 10-го по 15-й, он успевает открыть серебро и сразу же VIP-консультант, то он участвует в поездке. Мы решили вот так сделать, потому что все равно новые, да, лидеры тоже имеют право поехать, даже если они приехали немножко позже, но статус сделали, статус выполнили. Конечно, за там 5-6 каталогов сложнее открыть и подтвердить, и как бы открыть серебро, то есть это два директора и так далее, но есть такие люди, которые приходят и это делают, да, то есть к нам сейчас очень много лидеров из других сетевых компаний приходит, как вы видели новости, да, таким образом, то есть опоздуны, грубо говоря, да, конечно, некрасивое слово, тоже могут запрыгнуть в поезд. Вот, для них он не будет уходящим. Он будет уходящим только для тех, и в него будет невозможно запрыгнуть, только для тех, кто придет уже после 15-го каталога, когда уже нереально успеть подтвердить серебро. Вот. Значит, еще раз давайте с вами будем повторяться. Для тех, кто будет зарегистрирован в компании после начала квалификации, но закрывшее звание серебряного директора до 4-го каталога 2025 года, так же, как и для всех, с момента регистрации должен делать 100 баллов каждый каталог и также с момента подтверждения не падать со звания до конца квалификации. Вот это очень важно сейчас знать. То есть решили еще такую вот фишечку-плюшечку добавить. Поедут все выполнившие условия или будет розыгрыш поездки? Все выполнившие условия поедут. Розыгрыша поездки не будет. То есть все, кто выполнил, гарантированно летят. Вот, так же, как все в прошлые 3 раза. Это не розыгрыш. Розыгрыш, вот я со следующим вебинаром буду проводить розыгрыш 30 тысяч рублей. Вот там будет розыгрыш по 10 тысяч в руки, да. Вот, а это прямо гарантированное путешествие каждому, кто выполнит, да. Вот, значит, следующий у нас с вами слайд. Самый, наверное, классный. Вам это нужно обязательно посмотреть. Вот этот вот слайд. Самый главный с правилами, чтобы вы не путались. По 4-й каталог включительно можно еще подтвердить. Но если подтвердишь 3-м, ну, на каталог раньше получишь премию.
Да, вот это точно, это вот здорово. Итак, смотрим с вами следующий слайд. Это условия поездки в Турцию для тех, кому не все понятно. Смотрите, значит, тут есть 2024 год и 2025 год, да? То есть первое – это где вы не выполняете, верхнее, видите, да, красный крестик стоит. А второе – это где вы точно выполняете, да. То есть вот этот момент нужно знать. Старт акции получается пятый каталог 2024 года. Смотрим нижнюю, да, линеечку. Вот, старт акции с этого момента, с пятого каталога, то есть с каталога, который идет сейчас, мы с вами делаем акцию, получается, да? Вот, дальше, значит, что у нас выходит? Мы можем и в пятом каталоге открыть серебро, и в девятом, и в одиннадцатом, да, вот как тут стоит в одиннадцатом. Неважно, мы открыли, мы держим статус до конца четвертого периода 2025 года. И уже в пятом периоде, в первых числах каталога, мы с вами уже будем знать точный список победителей, кто победил. Всем ли все тут понятно, дорогие мои? Всю акцию я вам объяснила, сказала. Следующий слайд. Смотрите, слайд такой, да. Faberlic Online уже организовывал три такие поездки. Я вам уже об этом говорила. Это наша поездка с вами будет четвертая. Поэтому я вам желаю выполнить обязательно все условия. В прошлый раз, я помню, у нас ездило то ли 80 человек, то ли сколько. В общем, очень много ездило. Давайте с вами задумаемся, да? Вот даже если бы не было этой акции, да, бесплатно в Турцию. Смотрим на слайд, третий пункт. Доход серебряного директора – это квалификационный бонус 150 тысяч рублей. То есть значок золотой, из чистого золота значок, от компании Faberlic. Это нифига себе, как говорится. Многие не знают, что компания Faberlic за подтверждение золотого, ой, серебряного директора дарит золотой значок и 150 тысяч рублей премии. Поняли, да? То есть вы это все получаете. Также вы получаете чек на главной сцене в Москве. На своих региональных форумах вы будете получать чек. И плюс ко всему, ну, для меня это просто здорово, да. Но нужно понимать, что среднегодовой доход, да, среднестатистический годовой доход, это 1 600 000 рублей в год. А в месяц это примерно 133 000 рублей у полноценного серебряного директора. Я думаю, есть к чему стремиться и даже без путешествия. Но плюс вам еще и путешествие перепадает. Понимаете? То есть это вообще шикарно. То есть вы получаете золото от компании, 150 тысяч рублей от компании, а вы зарабатываете 133 тысячи рублей не в каталог, в месяц. Я посчитала, как бы 12 зарплат люди привыкли, да? Да еще и ко всему вы летите в Турцию бесплатно. Надеюсь, что это будет Турция. Очень надеюсь, потому что это самая классная страна для меня, для отдыха. Сколько раз там была, ни разу она мне не надоедала. Вообще просто шикарная страна. Вот. Поэтому, вот как вы думаете, есть к чему стремиться? Ну что ж, ребята, вот прям очень хотелось вас помотивировать. И я думаю, что очень получилось. Знаете, я сейчас вам покажу очень шикарную фотографию. Я эту фотку выжидала целых 8 дней, когда мы отдыхали на, по-моему, на Мальдивах, что ли. Вы посмотрите, какая красивая фото. Да, я когда ее сделала, я сказала, ну, наконец-то я вот этот красивейший закат, я его подловила. Это просто невероятная фотография. Поэтому, конечно же, дорогие мои, я приглашаю всех погреть в спинке, в жаркой стране, позагорать, встречать рассветы, провожать закаты. Вот на фото как раз очень такой закат. Это без фильтров, ребята. Можно было сделать круче и ярче, но я специально вот эту натуральную фотографию без фильтров взяла, понимаете? Вот оно, вот как вы видите, оно слегка, мне слегка поярче было. Я помню, что у меня Samsung сел, а iPhone остался. iPhone немножечко бледнит, да? Вот, и это с iPhone фотка, я помню, что. Вот. И, конечно же, я желаю вам получить чек с новым вашим статусом и на берегу моря тоже. То есть, смотрите, подтвердив серебро, вы и на главной сцене в Москве с чеком на сцене постоите, да? Раз признание.
Потом вы постоите с чеком на своей региональной встрече, два признания, а потом вас увезут к морю, и там еще на фоне моря третий раз наградят, третий раз признание. Круто. Я считаю, что очень круто. И, конечно, тут и деньги, и признание. И вот честно сказать, что серебряный директор – это уже начало серьезного бизнеса. Почему? Ну, чтобы вы поняли, как вам вырастить двух директоров. Вы поняли, что к вам в структуру и команду могут прийти такие же сильные лидеры, как и вы. А это говорит о том, что лидер поверил в себя. Потому что из-за неверы в себя бывают моменты, когда человек сдается, не понимая и не зная свой мегапотенциал. Так вот тут, даже если вы в себя не верите, но начнете рекрутировать, услышьте, пожалуйста, да, то есть это уже не мотивация, это констатация факта, как говорится. А мы их сразу забираем на марафон по рекрутированию, скоро будет следующий. Записи марафона тоже будут доступны, если кто-то позже проведет своего новичка на промо Фаберлик, мы их разложим, эти записи марафона. Ну, сами понимаете, да? То есть мы за вас, ваших людей обучим. Только вам нужно обязательно понимать, что вы не одни, даже если вам кажется, что вам тяжело. Вот это услышите. Потому что с чувством, что мы вместе, мы не одни, это круто. Никогда не стесняйтесь задавать вопросы в чатах. Никогда не стесняйтесь спрашивать, а что где лежит, если вы запутались на нашем огромном промо-фаберлик. Никогда не стесняйтесь спросить, как настроить автоматизированную веточку, чтобы руками людей не регистрировать, чтобы они сами в цепочку строились без вашего участия. Никогда не забывайте, мы все знаем, мы все понимаем. И созваниваемся. Антон по техническим моментам, я по лидерскому сопровождению. Мы полностью с вами, но если вы дадите знать, что у вас что-то не получается, мы полностью с вами. Я вам честное слово говорю, мы всегда рядом, мы всегда поможем, и очень редко мы бываем вне зоны. Да, то есть там дни, когда мы выступаем, моменты, когда мы там в самолетах, в поездах, еще что-то, ну реально мы не можем ответить на вопросы. Но для этого и есть чат структуры Кононовых. Он же не для оповещения. Не забывайте, что тут можно писать, задавать вопросы, спрашивать, чтобы у вас все получалось. Ну что ж, рада была вас радовать. Ну что ж, я пожелаю всем удачи, роста и трудолюбия. Везение, конечно, это здорово, когда в вашу команду из-за позитивного настроя приходят классные лидеры. Вот, но все-таки трудолюбие, чтобы выполнить акцию, тут важнее, чем везение. И все вы знаете, что везет тому, кто везет. Да. Ну что ж, всем пока-пока. Вижу, что вопросов нет, но вдруг у вас появятся какие-то вопросы, обязательно в чате структуры Кононовых пишите мне. Буду рада на все вопросы ответить, дорогие мои. С вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами, на новых вебинарах.